Доброго времени суток, уважаемый зритель, я продолжаю тебя знакомить с проектором Cryptonity. И в этом видеообзоре я бы хотел познакомить тебя с white paper данного проекта. Как вы видите, white paper здесь два, на двух языках, точнее сказать, на английском и на французском. Французским я не владею, поэтому буду использовать, как всегда, английский. Вы же можете использовать какой вам угодно. Это дело каждого. Как вы заметили, white paper очень небольшой, 17 страниц. Давайте познакомимся с ним более подробно. QWERTY-версия 1.2. Это означает только то, что это не первая версия данного white paper. Итак, что же в нем есть? Вот здесь нам представлены все вопросы, которые будут разобраны. Как видите, нет страниц, но это, собственно, ничего страшного, потому что всего 17 страниц. Собственно, долго вы плутать не будете. Да и мне кажется, проще прочитать все сразу же, нежели искать какой-то момент, потому что, ну, 17 страниц. А понимаю, white paper, которые 50 страниц, там, конечно, необходимо для того, чтобы разобрать какой-то из интересующих вас моментов. Ну, а здесь... Я думаю, это не обязательно. Как вы видите, здесь представлено очень много изображений, очень много таблиц различных. Все это необходимо, потому что вся эта информация действительно должна быть. Поэтому этого было не избежать. Поэтому white paper читается очень легко, white paper читается очень быстро, потому что здесь нет монотонного текста, как бывает в некоторых, причем даже вот этих 50-страничных white paper. Здесь же исключительно информация представлена для того, чтобы вы все-таки поняли этот проект и смогли все-таки ориентироваться в нем максимально, но без каких-либо полных углублений. Как видите, если вы хотите углубиться максимально, то необходимо это, мне кажется, сделать самому. Да и, собственно, это, в этом нет необходимости, потому что всю общую информацию они тут дают, я вам это гарантирую, потому что я читал его, изучал и могу вам сказать. Как вы видите, представлена команда, у команды каждый представлен член в полном объеме, представлен LinkedIn. В общем, вся информация о каждом из них имеется. И это, конечно же, хорошо. Да, на этом я предлагаю закончить изучение white paper. И сказать, конечно же, самое главное. Не забывайте переходить по ссылочкам в описании. Не забывайте читать, изучать и в дальнейшем присоединяться к данному проекту. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.